метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – Медицинский центр здоровья. Медицинский центр здоровья – это многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение, которое предоставляет качественные медицинские услуги по доступным ценам. Высококвалифицированные терапевты и врачи-специалисты. Индивидуальный комплексный подход к каждому пациенту. Экспертиза временной нетрудоспособности, больничные листы, ультразвуковая и функциональная диагностика. Более 1000 видов лабораторной диагностики. Для сдачи анализов не требуется направление врача, без предварительной записи. Максимально удобный график работы. Ждем вас по адресу проспект Морской, 53. 27 февраля, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью ожидается 25 градусов мороза, днем минус 13, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 786 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 27 февраля – день Кирилла. На Руси Кирилла прозвали весноуказчиком, поскольку по погоде в этот день судили о весне. Если она оказывалась хорошей, это предвещало крепкие морозы. А я напоминаю, спонсор Небесной канцелярии – Медицинский центр здоровья. Медицинский центр здоровья – это современное оборудование, щадящие процедуры, доступные цены. У меня все. Солнечного настроения. Улыбайтесь чаще. До встречи!